прошлом видеоролике я тебе пообещал рассказать, как открывать фан-крейты абсолютно бесплатно, без каких-либо усилий и не потратив ни одного гема в туалет Tower Defense. Для этого нам понадобится еще один режим, который называется приватный сервер туалет Tower Defense, либо же Sandbox режим. Ну а если ты хочешь получить себе хайпера в настоящем туалет Tower Defense, а не на приватном сервере, то прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан. А также вступай в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании, там будет конкурс на 20 тысяч подписчиков. Что же, как ты можешь заметить, прямо сейчас я нахожусь на приватном сервере. Это ты можешь заметить по моему количеству гемов и по моим вот таким вот классным юнитам. И если мы зайдем в инвентарь, то у меня есть просто огромнейшее количество эксклюзивных фан-крейтов, а также есть фьючер-крейты, ну а также вот такие классные юниты. В сегодняшнем видео мы пооткрываем с тобой эксклюзивные фан-крейты и посмотрим, что нам выпадет. Кстати, у меня уже есть Титан Фанмен, и сегодня мы с вами его протестим. Посмотрим вообще, что он из себя представляет. За такую цену 750 бачей, 80 тысяч DPS, это огромнейший урон. Что же, ну а я не буду долго тянуть, давайте уже откроем вот эти ящики. Ну что ж, друзья, как зайти на приватный сервер, я тебе рассказывать не буду, я уже рассказывал это в своих предыдущих роликах, но если ты не хочешь их искать, пересматривать, то просто заходи в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании, инструкция прямо сейчас находится там. Ну а также коды на приватный сервер тоже там, поэтому заходи, не пожалеешь. У тебя совсем нету юнитов туалет Tower Defense? Не проблема, toiletmarket.ru — это лучший магазин по продаже юнитов и не только. Благодаря огромному ассортименту товара ты сможешь найти себе юнита по вкусу. Кстати, прямо сейчас здесь действуют летние скидки до минус 90%, поэтому успей купить то, что тебе нужно. Также в них появилось колесо фортуны, и давайте посмотрим, что мне прямо сейчас выпадет. Что, DJ TV Man абсолютно бесплатно? Также в их есть свой телеграм-канал, где постоянно проводятся конкурсы и различные новости. Ну а если у тебя остались вопросы, то ты всегда сможешь обратиться в их поддержку сайтов, которые тебе на все ответят. Ладно, что я тебе все рассказываю, переходи по закрепленной ссылке в комментариях и убедись в этом сам. Окей, нажимаем юниты, и мне уже не терпится пооткрывать фан-крейты. Посмотрим, сколько нам классных титанов фанменов выпадет. Ну а возможно они не классные, мы сегодня это все дело проверим. Так, нам выпало сразу 3 лерч фанмена. Но это на самом деле не очень, потому что обычные лерч фанмены есть у меня и в обычном туалет Tower Defense. Ну окей, смотрим дальше. И, о, титан может будет? Нет, нет, у нас обычные лерчи повыпадали. Да, на самом деле это такое себе. Ну ничего, в принципе, ящики еще есть, тем более гемасы еще есть. Я думаю, шансов, чтобы открыть все это дело, у нас, ну прям есть огромнейшие шансы. Как минимум, опа, и нет, это у нас опять лерчи. Шанс на титан фанмена у нас 1%. И если думать, можно так сказать, логически, то нам нужно открыть 100 кейсов, чтобы со 100% шансов выпал нам титан фанмен. А я уже открыл около 30, либо же 40, я что-то уже не помню. Че, ладно, 40 кейсов открываем и смотрим. Возможно, у нас уже прямо сейчас выпадет титан, а возможно такие и нет. Нет, нам он не выпал. Но шансов с каждым открытием становится все больше и больше. Так, это у нас уже 50 кейсов. Открываем все это дело. Ну же, ну же, давай. Я хочу выбить титана и посмотреть, какой он будет в игре. И мне он до сих пор не выпал. Капец, его сложно выбить. Я его еще хотел в обычном туалете Tower Defense выбить, но скорее всего я его там и получу скоро, потому что я тоже там буду открывать фан-крейты. А ну-ка, открываем. Давай, давай, давай. Вот прямо сейчас не выпадет титан. Смотрите, 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 смотрите. И нету титана. Ну, значит, со следующего выпадет. Юниты, эксклюзив фан-крейт. Открываем. И вот смотрите, вот прямо сейчас выпадает титан. Ну, я просто уверен на все 100%. И да что такое? Где он? Я уже 70 кейсов открыл. Опять же, если можно так смотреть по моей логике, то еще 3 открытия по 10 кейсов, и мне сейчас 100% выпадает титан фанмен. Фанмен. Так, окей, открываем и смотрим, смотрим, смотрим. Это у нас уже 70 кейсов. Да-да-да, это 70. Еще 3 раза нужно так открыть, и все, и мне выпадает фанмен. Так, это у нас уже 80 кейсов. 80 кейсов я уже открыл, друзья, и просто ни одного не выпало. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, у нас не лерджи выпадают. Ну, лерджи у меня капец как много теперь будет. Ну, хоть за это спасибо. Они полностью бесполезные, ну ничего. 90 кейсов. 90 кейсов мы с вами открываем. Ну-ка, 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 ну, ну. Так, нету титана, ну ничего, 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 рано или поздно. Вот сейчас, со следующего, мы 100% выбиваем титана, потому что тут у нас уже получается 100 кейсов. Смотрите, друзья, просто очень внимательно, смотрите, скриньте, записывайте ролик с моего ролика. А ну-ка, ну, титан будет? Так, кто, в смысле нету титана, где он? Шанс 1%, нужно открыть 100 кейсов, чтобы со 100% шансом выпал этот титан. Почему это не работает, эй? Мне кажется, там не 100% шанса, а намного меньше, вот точнее не 1%, а намного меньше, потому что хайп
снайпера я выбил, ну, буквально намного быстрее, чем вот этого фанмена. Почему мне не выпадает? 48 тысяч в мире. У нас осталась последняя десятка, и, возможно, с последней десятки мне как раз таки выпадет. Ой, нет, у меня сервер, походу, залагал. Почему все на месте бегут? Что происходит? Походу, у меня залагал сервер. Сейчас кикнет, да? Да, кикнет. Ну, ничего, ведь в моем телеграм-канале есть приватный сервер. Вот такой вот код на приватный сервер. Мы заходим сюда теперь. А ну-ка, пошла загрузочка. Вводим и заходим. Ну, а сервер у нас фуловый, не повезло. О, зашло! Просто я четвертый раз попытался ввести тот же самый код, и у меня зашло. Отлично, сейчас на этом сервере будем продолжать. Так, всем привет, всем здорово. Вот я здесь сюда зашел. Возможно, здесь сейчас встречу своих подписчиков, потому что опять сейчас свой телеграм-канал это все дело скинул. Ну ладно, открываем дальше. Нету кейсов! Блин, они открылись на том сервере, походу. Ну-ка, смотрим. Нет, титан мне не выпал. Ну ничего страшного, деньги у меня еще есть, деньги есть. В принципе, покупаем следующую десятку, покупаем еще одну десятку. А ну-ка, бац. А ну-ка, открываем еще. О, давай, чтобы ровно было 300 тысяч гемов, я просто так вот куплю кейсов, чтобы ровно 300 тысяч гемов осталось. Окей, открываем дальше, смотрим, что мне прямо сейчас выпадет. И титана можно... Есть титан! Выбил, наконец-то. Ой, какое счастье, титан фанмен. Блин, какой он красивый на самом деле. Вот, смотрите, видите, все, я его получил. Да, конечно, зря, походу, все эти кейсы еще. Ну ладно, пусть будут, в принципе, пусть будут, дальше я их открывать не буду. Для шорцев оставлю, почему бы и нет, для шорцев. Ну окей, ладненько, есть у меня титан, конечно, у меня и так был, но я захотел его еще раз выбить. Окей. Так, есть титанчик, есть апгрейд титана, вот такой вот челик. Я хочу сейчас взять Санту, потому что Санта, ну как бы это крутой юнит. Ну, понимаете, Санта это очень крутой юнит, и благодаря Санте я смогу очень далеко продвинуться. Окей, тогда я предлагаю прямо сейчас отправиться в каточку и проверить вот этого титан фанмена. А ну-ка. Давайте я сейчас вот так вот зайду сюда. Кто ко мне зайдет, тут будет со мной играть. Ну, желательно, чтобы кто-то ко мне зашел, потому что у меня нету слабых юнитов. А ну-ка, какие у тебя юниты, братишка? Что? Спикермен обычный, не нужно ко мне заходить. Давайте каких-то крутых. У кого есть крутые юниты, друзья? У тебя крутые юниты? Ну, в принципе, обычный спикермен. У этого тела вообще нету юнитов. Скорее всего, я проиграю с такими юнитами, ну ничего страшного. Так, Санта Тиви Мэнчика я поставил и сразу же скипаю волну, чтобы все было побыстрее, намного побыстрее. Я хочу сейчас... Ой-о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 й, какая плачевная ситуация, друзья, я хочу плакать. Твой подписчик, это очень круто, дружище, что ты мой подписчик, но можешь, пожалуйста, юнитов поставить, потому что мы сейчас так проиграем. Ой, друзья, очень плачевная ситуация, мне попались очень классные игроки, которые не играют, блин. Ай-яй-яй-яй, тогда возвращаемся в лобби. Короче, лайфхак, смотрите, видите, сервер переполнен. О, что? Да я только что лайфхак хотел показать, и меня сразу закинуло. Ну ладно, короче, лайфхак заключается в том, если сервер переполнен, просто постоянно спамьте вот этим кодом, и вас рано или поздно закинет. Вот только что у меня был сервер переполнен, и я зашел. Короче, друзья, ни на кого в этой жизни не надейтесь, я буду играть сам, без никого, потому что такие игроки мне не нужны в команде. Так, у нас сразу же началась новая волна, но я поставил Санту, потому что вот этих скибидистов я точно выиграю очень быстро. Ладно, я сейчас, наверное, записывать не буду, включусь тогда, когда уже насобираю на, собственно, Титан Фанмена. Здесь, в принципе, фармить, я думаю, будет недолго. Ну что же, Титан Фанмен, полетели! Ой-ой-ой-ой-ой, какой хороший урон. Так, погоди, кулдаун 0.5, паш дистанция 1.5. А что такое паш дистанция? Это когда юниты я буду откидывать их в этой дистанции или что? Вау, на какой же он только классный, друзья, Титан Фанмен, посмотрите на него урон огромный. Следующая прокачка очень дешевая, всего лишь 1250, но я думаю, сейчас мы насобираем. Давай я удалю вот этого Куклокмена, чисто будем вот этим Титаном играть, посмотрим, насколько он хорош. А ну-ка, прокачаем, все. Так, не понял. У него чистая прокачка по урону, дальше у него ничего не меняется. Это очень странно. Ну, дальше посмотрим вообще по игре. Вышел первый босс, и мой Титан Фанмен с ним справляется просто на ура. Ну, в принципе, это не удивительно. Посмотрите, какой он классный. Так, я сейчас буду собирать 2000 на следующую прокачку. Посмотрим, как он будет выглядеть. Что же, 2000 я насобирал, и прокачиваем его. Бам! Так, у него появились какие-то крылья. И следующая прокачка дает ему плюс рейндж. Это что такое рейндж? И плюс дамаг дает ему. Ну, неплохо.
прокачиваем его на 4 уровень, бац, у него, смотрите, у него аура какая-то добавилась. Да, аура добавилась, и теперь у него 10 тысяч урона. Ну, получается 20 тысяч урона в секунду, неплохо. Кстати, друзья, смотрите прикол, уже 21-я волна в бесконечном режиме, и я чисто одним юнитом дошел до этой волны, одним юнитом, больше никого я не ставил. Только вначале Кука Клокмена поставил, но это ничего страшного, 10 тысяч, следующая прокачка, бац, и смотрим, ух ты, как он классно теперь выглядит, очуметь. Следующая прокачка стоит 30 тысяч, но мне кажется, что это прям уже последняя прокачка, ну потому что даже куда ему дальше прокачиваться, он и так уже, смотрите, какой мощный. Это еще, кстати, с учетом того, что я играю на автоскипе. Ну, юнит действительно очень классный. Мне даже кажется, он круче будет Хайпер Спикермана. Друзья, я нашел его ошибку. Посмотрите, его можно очень легко оглушить. Это очень плохо. Ну, кстати, то, что его можно оглушить, ничего страшного. Его оглушили вот сейчас. Смотрите, как он всех рубает. Да, его можно очень легко оглушить, поэтому нужно ставить здесь каких-то слабых юнитов, чтобы бочки с ядом, там бомбы взрывные не летели на него, а летели на здесь юнита, которые будут стоять здесь. Ну, я думаю, это ничего страшного. Я никого ставить не буду, это такой челлендж. Ой-ой-ой, друзья, ой-ой-ой, Flying Dual Blizzard Toilet, он мне все испортил. Он прошел, у него 600 тысяч хп, но его не смог уничтожить этот самый титан. Да очнись ты, у меня уже есть 30 тысяч денег, очнись, пожалуйста. Друзья, это капец, он просто не хочет просыпаться. Смотрите, он только просыпается, его сразу оглушают. Нет, ну пожалуйста, прокачать. Все, прокачал его на максимальный уровень. Посмотрите, какой он классный теперь. Ну, я понимаю, что это уже никак не поможет, но зато у него теперь урон в 80 тысяч урона в секунду. 80 тысяч урона в секунду, понимаете? Если бы его не оглушил вот этот Flying Blizzard Toilet, то мы бы 100% победили. А так, к большому сожалению... Ты проходишь, ты просто, я тебя ненавижу. Но зато мы получили с вами 500 монет, это что-то значит. Пойму мой телеграм-канал по первой ссылке в описании, ну а с тобой был я, Влад, у меня вылетело из игры.